преступника в секторе, тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнор, народный герой. Тайкус Финдле. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по дружбе. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Как старые добрые. А с чего бы начать? Давайте с Керриган. Сара, иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Наверное, да. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми? Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свое увлечение, Тайкус. Так. Что-нибудь еще? Рекламка. В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Мар-Саре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнор возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнор и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции «Дальняя», захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнор терроризирует мирных жителей Мар-Сары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. Может, это не мое дело, но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю, так или иначе власти Менгска придет конец. Смешно. Ну ладно. Кстати, можем музыку выбрать. А пока к заданиям, наверное, больше здесь, по-моему, ничего нельзя посмотреть, правильно? После вашей операции на Мар-Саре поднялась волна мятежей против режима Арктура Менгска. Тем временем бывший заключенный Тайкус Финдле выяснил, что на Мар-Саре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведет работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Финдле может принести значительный доход. Короче, наша задача — похитить артефакт. Но немножко оказаться ворами, зато получить технологию медиков, оказывается, поддержка пехотинцам, лечит находящихся поблизости боевые единицы, в том числе и наших веселых друзей. С виду обычный старый аванпост. Что в нем особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Выкладывай. Теперь мы, собственно, вне закона. Недостаточно минералов. Так что для будем действовать. Для поста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. И еще нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Что стряслось? Это да. Так, нужно хотя бы, не знаю, там пару бойцов подготовить. Хотя бы еще два. Три плюс-минус. И пойду захвачу вот здесь минеральчики, которые чуть повыше. Есть работенка. Ну да. Куда же без вас-то, друзья мои, с хранилищами? Да, да. У меня, к сожалению, вот здесь вот висит баннер, который вы не увидите, да, то есть, но он мне показывает, сколько времени по записи идет сама запись и сколько места на жестком диске осталось и так далее. То есть все вот эти вот данные он мне показывает. И я, к сожалению, из-за него, блин, это все не вижу. Ладно, пойдем захватим. Выполняю. Отлично. Приказ получен. Превосходно. Потеряли таки одного морпеха. Понятно. Ну, что поделать, оно по сути того стоило. Возвращаемся сюда же и делаем то, что я обычно люблю делать. Прочь дороги. Давай, каблун. Удиви меня. Переставляем немножко нашего друга. Выкладывай. И, наверное, строим еще один завод. Я думаю, заводиков штуки 4 нам вполне себе хватит. Так как еще один находится вот здесь вот где-то, я думаю, что этого хватит излишком. Пристройка недостаточно веспена. Что происходит? Так, первый медик. На других нам пока просто не хватит, потому что у нас нету 50 виспена, что было. Я уже... Ну, что поделать. КСМ готов. Доктора вызывали? Конечно, вызывали, милая. Пробуем пройти довольно быстро, если получится такая возможность. Оу, я сейчас сильно лоханулся, да? Готов. Ну да, конечно. Надо было нажимать эту кнопку. Так, я забыл, есть ли здесь такая штука, как настройки и скорость игры. Вот где она очень быстро. Да. Вот. Вот теперь будет то, что мне надо. Скорость игры очень быстрая. Чего пугаешь? Что происходит? Недостаточно веспена. ее уже заждал. И сейчас потихонечку пойдем уже. Давай, удиви меня. К нашим друзьям. Прочь с дороги! Так. Вооружен и опасен. Командир, Доминион атакует базу повстанцев на юго-западе. Вот и славно. Значит, к нам они пока не сунутся. Тайкус, этим людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Достаточно беспечно. Бегом, Марс! Отлично! Хотя... не обязательно это строить. Давайте пробежимся просто сюда. Пока медики нас лечат, все хорошо. Вовремя вы появились. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Это ребята Рейнора. Раз. Три. Задавим их интеллектом. Что за спешка? Типа, по большому счету мне должно и так все хватить. Кому навешать? Круто! Рейнор молодчина! Надерите им задницы! К черту Доминион! Доктора вызывали? Так. Приказы будут? Я немножко приболел, так что если вдруг услышите кашель, уж извиняйте. Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Отлично! Два на новенького! Я уже заждался. Кому навешать? Хилимся, ждем дотекания. Доктора вызывали? Думаю, чтобы снести бункер, нам этого должно хватить. Вооружен и опасен. Быстро ты вскрыл этот бункер, Джимми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Доктора вызывали? Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня. Так. Что за спешка? Отлично. Я уже заждался. Как скажешь. Все понятно. Доктора вызывали? Прочь с дороги! Задавим их интеллект! Удиви меня! Кому навешать? Понятно! Приказы будут? Кто там медик побежал? Отлично! Вооружен и опасен! Тихонько расковыряем всю базу Доминиона. Все понятно! Приказ получен. Превосходно. Если на заводе даже что-то строится еще до сих пор. Так точно. Кому навешать? Мои ребята уже начинают подходить и сразу атаковать. Шикарно. Казармы и завод разрушены. Теперь добьем остальных и можно лететь на заслуженный отдых. Вооружен и опасен. Как-то так. Миссия пройдена. Вход в систему управления краном. Расшифровка кодов защиты. Управление краном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку, и можно убираться отсюда. И я получил, кстати, достижение. Промедление смерти подобно. Достижение здесь надо было за 10 минут, короче, все это сделать. Я сделал за 9:40, так что все круто. Что ж, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока, удачи!